День российского флага. Выставка с таким названием открылась в Самаре на площади Славы. На 40 стендах размещена интересная информация об истории триколора, а также яркие живые фотографии. Их авторы не только местные фотокорреспонденты, но и их коллеги из других регионов. Сегодня в такой день, день флага России, мы пришли сюда, на эту площадь, для того, чтобы отметить этот праздник. На выставке мне очень понравилось снимок Путина на параде, потом танк, то, что наша армия крепка, победа будет за нами. На стендах разные исторические события. Например, самый длинный триколор в России, развернутый на Самарской набережной, 50-тысячное шествие бессмертного полка в Самаре на параде Победы, фотографии самарского краеведа, сценариста и продюсера документальных фильмов Олега Ракшина и снимки из космоса, предоставленные летчиком-космонавтом Олегом Кононенко. Вчера, буквально перед сегодняшним праздником, я прочитала в соцсетях, что же означает наши цвета российского флага. Белый – символ чистоты, красная – кровь, пролитая за нашу родину, и синее – мирное небо над нашей головой. Кроме фотографий, здесь же расписана и история создания российского флага, и вообще, как это все было раньше, и патриотизм. Выставка продолжит свою работу до 15 сентября. Ксения Баканова, Сергей Баскин. События.